В проверке участвуют как здоровые люди, так и с ограниченными возможностями здоровья. Александр Пучков лично на себе испытывает доступность подъезда к тому или иному зданию. Самое идеальное вообще было бы, если бы тут полностью лежал щит. Второго поручня нет. И вообще подлинчиком должен быть. И так почти в каждом случае. То ширина, то высота пандуса не соответствует нормам. Кроме того, ступени не обозначены ярким цветом, и на прозрачных дверях нет желтой маркировки. А это важнейшее условие для удобства слабовидящих людей. Мы будем давать поручение управления архитектуры градостроения, чтобы у нас измерили пандус. И уже в дальнейшем, я так полагаю, что будем обращаться в суд с иском об обязании привести входную группу в соответствии с требованиями норм СНИП. А с января следующего года вступает в силу новый стандарт доступности для маломобильных групп населения, который ужесточает требования к объектам. Призываю всех собственников коммерческой и некоммерческой недвижимости города Димитровграда обеспечить доступность своих объектов в соответствии с требованиями СНИП 3501-2001. Евгения Креминская, Виталий Немов, новости Димитровграда.